Пошли, Риш, вниз, вниз ходим. Ну что, кто сегодня рыбу ловить будет? Кто сегодня рыбу ловить будет? Твоя очередь. Я не могу, у меня нога. Ну, чтобы без рыбы сегодня. Холодная. Ай, блин. Они друг к дружке привязаны. Смотри, ага. Чтоб их не унесло. Я думаю, может, лопатом себе там достать и сделать, чтобы бетон не залить и будет. Но они полукруглые, они некрасивые. Ну что, нет, а мы их бетоном забьем. Бетон. Да ну, вообще деревья, это дешня. Не-не. Вообще. Вот красивые деревья, нету, на дешевую. Не хочешь. А сейчас еще. Да я не знаю. Я... Вчера, может, больше теплее. Потому что она нагревается. А? Черненькие. Не, маленькая девочка в него камень кинула и по голове. Ну черная не такие. В следующей жизни? Я в следующей жизни кузнечиком. Это я. Water is so cold.
мусорка. Специально от медведей. Все, она просто так не открывает. А нет, открывается. Ну, короче, идея такая, что она полностью закрыта. Ее открыть невозможно. Надо нажать там, когда она открывается. Сколько? 7 часов у нас? Курты сними. Курты надо обязательно снять. Мы, правда, так и не... Не выбрались. Болели. Здесь 9 лет в Канаде не будут. Да не, почему ходили? Почему я с Юрой ходил? Ну, в доме у нас были, была под это, подземный этот был. Там ходили. Ну. Вот кто-то собачье дерьмо не донес до мусорки. Это плохо. Хочешь убраться? Нет, но в следующий раз. Ну вот. Хоть уиграйся. Да ладно, ну это зайдем в следующий раз. Вот ради их ехать туда. Асик. Опс. Может, там и молдинг есть? Не, молдинга там точно нет. Что ж она такая засада с этими молдингами, блин? Что меня жаба давит так. Не первая необходимость вещь. Согласен. Только после того, как клумба. Окей. Несправедливо. Все, что ты хочешь, мы покупаем сразу. Все, что я хочу, это не важно. Это не первая необходимость. А его тоже не первая. Ну ладно, договорились. 30 км/ч, школьные дни. Школа. Элементари. Элемент тут? Звук там наложится. А? Звук потом наложится. Нет. Сейчас все записываешь? Да. Чтобы тебя было слышно. Мы тоже вот такие вот елки посадим, чтобы наших собак соседних, соседских не было видно. Чем бы все заглушить.